прекрасно. Вы ничего не открываете. Точно видите? Нет, честно, не вижу. Ничего не открываете. Столько долгих лет мы друзья с тобой. И сошлись давно, жизни две в одной. За плечами 30 лет, немного не пустяк. Но их не изменить, не зачеркнуть никак. Старые друзья, верные друзья, выпьем за тебя, выпьем за меня. Нечего терять с тобой, нам нечего делить. Мы жили так с тобой, как умели жить. Мы делили все в жизни на двоих. Каждый миг беды, каждый счастья миг. Разлучать судьба пыталась так нещадно нас. Ломала жизнь, но не смогла сломить ни раз. Старые друзья, верные друзья, выпьем за тебя, выпьем за меня. Нечего терять с тобой, нам нечего делить. Мы жили так с тобой, как умели. Саня! Друзья, старые друзья, верные друзья, выпьем за тебя, выпьем за меня. Нечего терять с тобой, нам нечего делить. Мы жили так с тобою, как умели жить. Санька! Ну что? Александр, да вы не ожидали? Супер, супер. Вы в шоке, если честно, я сама в шоке. Хотя мы знали, но до слез такие моменты всегда. Санька Лучников, Александр Лучников. Я думаю, что сейчас в рекламной паузе будет у вас время пообниматься, вспомнить и разговор начать. Друзья, ну что, спустя почти 30 лет, даже больше, старые друзья снова вместе в программе ток-шоу «Еще не вечер» на телеканале ОНТ. Мы отмечаем день рождения, юбилей Александра Солодухи.